Хотела уйти от ответственности, но оказалась на скамье подсудимых. В зале суда Любовь Корецкая с трудом сдерживает слезы. Женщину обвиняют в даче взятки сотрудникам ГИБДД. Автоледи решила передать им деньги после того, как ее задержали за грубое нарушение правил дорожного движения. Созвонилась по телефону со своей знакомой, попросила привезти ей денежные средства. Когда та подъехала на неустановленном средством автомобиле, взяла деньги в сумме 2000 рублей, вернулась в патрульный автомобиль, положила ежедневник, находившийся на заднем сиденье патрульного автомобиля, две денежные купюры достоинством по 1000 рублей, каждый передав таким образом взятку в виде денег в размере 2000 рублей. Как поясняет в суде, Любовь Корецкая проехала на знак «Проезд запрещен» и оказалась на дороге с односторонним движением. Ее машина двигалась навстречу потока автомобилей. Если бы видела, конечно, не проехала бы этот знак. Очень испугалась, что права заберут. У меня старенькая мама. И с работой, конечно. Специфика работы, то есть накладывать свой отпечаток, то есть машина нужна. В свое оправдание женщина говорит, так называемый кирпич просто не заметила, а деньги решила отдать потому, что испугалась. Сторона защиты отмечает, что на работе любовь характеризует только с положительной стороны. К уголовной ответственности она раньше никогда не привлекалась. Суд просит учесть все смягчающие обстоятельства, но судья выносит свое решение. Суд приговорил Корецкую Любовь Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренной частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ей наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей, меру пресечения в виде подписки о невыдержащем поведении, отменить по вступлению приговора в законную силу. Дача взятки должностному лицу – преступление уголовно наказуемое. За это можно было получить и реальный срок лишения свободы. Ксения Иноземцева, Сергей Шемит, Интера ТВ.